Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Начнем с прокачки. Так, кролик. 13 уровень, замечательно. Ну что же, я думаю, нам стоит прокачать снегобума. 12 уровень получает, плюс вот эту вот пушечку, золотой орел. Окей, наверное, пилу тоже улучшим с тобой до 9 уровня. Так, ледяная боеголовка тоже, я думаю, достойна того, чтобы ее прокачать. И, наверное, пестициды. Окей, 13 уровень, да? И хватает даже еще нам на леденящий лук. Как-то вот так у нас с тобой получается. Ну, смотри, у нас с тобой очень много льда здесь. Может быть, нам стоит взять совушку? Для карт синего цвета 161 урон в плюс идет. Как бы неплохой вариантик. А у кролика, ага, для карт с шансом крита больше 10%. Давай мы возьмем все-таки, наверное, с тобой совушку. Просто глянем, она срабатывает как раз на ледяные карты. Хотя кролик неплохо бы... Вот смотрим, на какие он карты влияет. Ё-моё, практически на все. Нет, тогда оставляем лучше кролика. Ну что, друзья мои, идем в компашку. И у нас с вами мини-боссик будет здесь, да? Мини-боссик. Так, чужой саженец. 6 волн, уровень 17-22 в бой. Нечего, как говорится, тут любоваться на них. Главное, чтобы у нас все получилось. Так, давно не играл, надо сейчас все вспомнить. Как, куда, что и почему. А самое главное, зачем? Нет, парень, так дело не пойдет. Сразу иди ты в баньку. Так, это у нас убийца. На тебе. Неплохо, да? Бомбанули мы по нему. А если так сделаем? Ты бич, но не добили, как ты видишь. Так, давай распилякай. Ну. Да. Так, этот собирается хилять. Снегобум. Уничтожаем. Отлично, ну иди сюда. Все, хильнулся. И хватит. Так, остается добить. Но это первая волна, ребят, так что... Ждем время. Ой! Ждем, говорю, время, а он уже ударил по мне. Уничтожили мы его. Так, тролль. Тролль, что мне с тобой делать-то, я даже не знаю. Давай, наверное, так, для начала. Фигня какая-то получилась. Ой, как все запущено. Вот, нужен выстрел мне корабельной пушкой. Опять же он все-таки выжил. Я, если успею... Угу. Если я успею, но мы его все равно уничтожим. Снегобумчика запустим, заморозочка. Блин, они вдвоем сейчас, ребята, будут меня тут бомбить. Так, он пока в заморозке должен получить урон неплохой. Вообще на крит попал. И корабельный. Иди отсюда. Ну что, третья волна. Получить? Нет, мне пока не нужно этого. Пока не нужно. Не туда ты маленечко, конечно, звезданул. Совсем не туда. Ай! Ай-яй-яй. Какой же ты мерзкий типок. Что ж ты делаешь-то? Друзья мои, вон тот меня больше напрягает. Меня, конечно же, электрик. Серьезно тебе говорю, сейчас будет удар по мне. Все не то. А если вот так вот успеем сбить? Успели сбить каста только одному. А тот все равно за свое, ребят. Сейчас мне электрик звезданет. Да. Уничтожаем грифона. И этот еще звезданет. Слушай, ребят, нам надо будет с тобой пополнять здоровье. У меня есть аптечка, правда. Окей. Слабо. Так, давай, лук. Есть контакт. Успеем их бомбануть. Меня вот это вот поражает. Х2 скорость. Да какая тут Х2 скорость, ребята? Она, поверь мне, не поможет здесь. Точнее, она будет очень быстро игра идти. И я просто ничего не буду успевать здесь делать. Слушай, ну пила неплохо прокачана. Смотри, как мы с тобой бомбим. Даже, наверное... Я, честно говоря, думал, что уничтожим. Ладно, расстреляем его. И тут у нас сорняк. Я дождусь, пока он хильнется. После этого вот так вот бомбану из пушки корабельной. И давай добьем, наверное, его. Раз, два... Ага. А если так? Разрушение. Готов.
Так, не будем мы пока с тобой смотреть. Начинаем со снегобума. Попробуем вызвать боеголовку. Вот. Вот это другой разговор. И пушкой, наверное, добьем его. Смотри-ка, нифига подобного. Слушай, если дрон вызвать, он добьет его? Ну, Но этот хиляется. И тут еще убийца. Так, это у нас саппорт, поэтому саппорта, конечно, лучше пилой. Но он сейчас хильнется. Он хильнется, а? Так, замечательно. Давай мы попробуем, наверное, вот так сделать с тобой. Блин, они живучие. Этот хочет, ребята... Я понимаю, что он хочет сделать. Он хочет меня ударить. И он это сделает. И он это сделает. Вот теперь у нас действительно, ребят, проблема. Потому что нам нужно с вами восстанавливать здоровье. Иначе мы здесь крякнем. А мы крякать с вами не хотим. Так, на следующую волну переходим. И, естественно, начинаем с просмотра. Шкратша. Что? Шкратша? Я сейчас пущу просто на этот, на сорняк. На сено, ё-моё. Ну что же, давай начнем потихоньку. Мне бы, конечно, корабелочку бы здесь лучше получить. А ее не дают мне. Так, давай, прям в него, попади, пожалуйста, в него. Е. Корабельная пушка у меня готовится. И бомбим. Блин, ну что же он так далеко ушел? Кстати, мы можем сейчас его немножко вот так вот. Ать. Конечно же. Ну-ка, еще разок. Должны добить. Есть контакт. Комбо. Комбо сработало, ребят. Это убийца. Это убийца, поэтому лучше вот так вот. Разрушение ему сделать. А пилой? А пила на него слабо действует, да? Ну, так себе. И добиваем. Так, сорняк. Сорнячок. Он же выпендривался, да, здесь? Он выпендривался. Хиляется. Блин, он очень здорово сильно хиляется, ребята. Давай-ка снегобомчика зарядим. И пилой, потому что это саппорт. Распиливаем капитально. Ну вот, ребята, мы с вами прошли. Победа. Оу, новая карта. А знаете, что это за карта, ребята? Это морковка на цепи. Мы сможем с вами вытягивать любого бойца сзади, да? И при этом еще наносить ему урон. Ну вот, получаем с тобой двойные награды. Прикольно. Давай смотреть, что нас поджидает дальше. Во-первых, новая локация, да? Новая локация и, по-моему, новые, да, новые монстры, ребята. Это пес смердячий. Пес смердячий. Так, в инвентарь заглянем с тобой. Я не могу, да, ничего улучшить. Новая карта. Морковка. Отравляет цель и наносит 150 урона спустя 7 секунд. Перемещает цель на переднюю позицию. Ну вот о чем я тебе и говорил. Морковочка. Какого уровня мы можем достичь у морковки у этой? 7-го. Так, вместо кого бы ее взять? Вместо лука можно было бы, в принципе, да? Вместо лука. Или вместо дрона. Слушай, а дрон-то у меня, оказывается, всего лишь 2-го уровня. Я и думаю, что он так слабенько-слабенько бомбит. У нас с тобой даже ракеты вот эти вот 1-го уровня. Надо все это прокачивать. Но здесь очень тяжело добывать ресурсы. Очень тяжело. Ну что же, я думаю, что этого нам с тобой пока будет достаточно. А у нас новый вид монстра. Клоунада. Уровень 17-22. Возможно, награда молот. Поехали. Электрик с каждым ударом наносит больше урона. Старайся его опередить. Ну, это понятно, мы уже знаем, да? Что он бьет, бьет, бьет. И каждый удар вот все сильнее и сильнее. Новый монстр. Да, клоун. Скрытность. Наносит 221 единицу урона. Отступает на заднюю позицию. Хитрый жук, да? А это что у нас? Умирая на задней позиции, наносит ответный удар. На задней позиции. То есть нам не выгодно, ребята. Он убийца. Так, фигово тут, конечно, получается. Давай, наверное, заморозим его. Блин, тут еще и клоун. Ну-ка, если так. Добить хотя бы мне получится? Да, получится. Ох, сейчас нам прилетит. Господи, сколько нам сейчас урона прилетит с тобой. И от клоуна, и от электрика. Здоровски расписали.
И это на первой-то волне. На первой. Так, ну этого уничтожим, да? Остается у нас клоунада. Клоунада у нас убийца, поэтому, ребят, надо его вот так вот. Все. Уничтожен. 6 волн. Так, получить пока, наверное, не надо. Начнем. Вот так. Ай, как ты меня раздражаешь. Ну, серьезно, тебе говорю. Очень сильно меня бесит вот этот вот хлыщ. Давай в йети. Ну, блин. Так, саппорт, саппорт. Эх, и добить не получилось. Давай-ка вот так вот сделаем. Опа. Добиваем. Так, ну что, йети, выкуси. А этот у нас хочет бросить. Ничего, он уже не бросит. Давай вот так вот его морковкой. На тебе. И отравление, не забывай, мы вешаем на него. Опять окапываешься, да? Опять окапываешься. Ладно, мы тогда тебя заморозим пока. Из пушки. Он, естественно, никуда не сдвинется. Давай ракетку. Вот. И остается лишь еще раз снегобумчиком. Да что ж ты выжил? Как ты умудрился выжить? Эй, парень. Клоун готовится, ребята, к атаке. Эть. Слушай, он так бомбит не кисло. Он бомбит совсем не кисло. А по саппорту бесполезно, да, бомбить с этой пушки, ребят. Мне он тут, он клоун, честно говоря, вообще раздражает. Ну-ка, давай так добьем мы вот этого вот сорняка. Иди ты в лес, блин, он еще и не добил. Ой-ой-ой-ой, сейчас урон получим. Так, у нас с тобой всего лишь одна аптечка. Нет, лучше мы посмотрим с тобой рекламку сейчас, да? Чтобы нам восстановить немножко хп. Ну, 2000 здоровья у нас с тобой есть. Так. Ага, схлопотал свой. Давай попробуем. Да я не это хотел. Так, это убийца. Отлично. Я не это хотел. Я хотел его, если честно, притянуть морковкой. А потом подумал, а вдруг морковка притянет нам слизни. Ну вот здесь вот. Эть, не успел. Заморозил еще карту мне. Опять он выжил. Ну, бомбани, пожалуйста, по нему ракеты, а. Не туда, не туда. Он пузырь на себя повесил. Морковка, уничтожаем. Ать, готовченко, парень. Так, это саппорт. Давай его распилякаем. Да иди ты, он еще и выжить умудрился, а. Ты посмотри на него. На этого пройдох, на этого слизнюка. Так, получить пока. Пока не надо. Пока не надо, давай заморозим. Выпустим ракету. И добьем его с корабельной пушки. Мне бы, конечно, лучше бы клоуна на передний план вытянуть. Давай, наверное, так и сделаем с тобой. Успею я? Нет, не успею. Не успел. И опять назад сиганул, а, гаденыши такие. Он опять назад сиганул. Так, ну саппортов, естественно, лучше пилой. Плюс давай попробуем снегобумом заморозить. И применить с тобой арбалет. Так, тот ответку мне дает, естественно, ребят. Если он умирает на заднем плане, он после смерти удар свой последний наносит. Так, а вот здесь уже интересно. Здесь, наверное, надо посмотреть, потому что мало здоровья. Тут довольно такая ситуация, не очень хорошая, да. Ну, поехали. Что, как говорится, тут задерживаться. Окей. Кстати, он очень хорошо получает урон. И мы его добили. Так, иди сюда, тролль. Иди, иди, иди сюда. Сейчас мы будем с тобой разбираться. Слушай, мне кажется, никаких этих. Блин, надо было вначале снять, а потом ударить. И его сейчас хильнут. Его хильнули очень прилично. Так, саппорт. Пилякаем. Что еще нам? Ну, мы можем боеголовку запустить ледяную, в принципе. Так, он все ждет от хил свой. Я думаю, что он не дождется его. Да. Ну, вот и опять у нас тролль. Его заморозим. В конце надо было ему все-таки ударить меня. И добиваем. Все, друзья мои, мы с тобой прошли, как говорится, и этот уровень.
Слушай, молотов мы заработали с тобой не кисло. Еще можем улучшить. Ну что, ребята, получаем двойные награды и передвигаемся на следующую миссию. Так, ну почти половина 14 уровня у нас с тобой. Половина. Так, давай посмотрим, что мы можем улучшить. Ого, морковку. А почему бы и нет? Правда, почему-то я ей не очень часто пользуюсь. Надо бы, наверное, исправлять это дело. У нас есть с тобой две бомбы и есть еще одна аптечка. Окей. Общий урон 1-2. Но это по всем, ребята. Поэтому как бы она не особо хорошая. Она распределяет урон. Так, что это у нас тут за сундук такой замечательный? А, понял. Отправить друзей. А что, у меня друзья... у меня друзья-то еще не отправлены. Ну-ка, иди давай. Подожди. Заменить. Я не хочу, ребята, отправлять его. Он же мне нужен. Так, здесь черепаху можно отправить. А здесь сову можно отправить. А я кролика отправлять я не хочу. Я надеюсь, он у меня остался. Стоит, родной. Так, у нас здесь еще, не забывай, эти задания прикольные, которые тоже нужно выполнять. Так, а здесь что? Чемпионская арена. В каждой волне тебя ждать чемпион. Пройди все волны и получи ценную награду. Ага. Монстры испортили карты фиолетового цвета. Попробуй карты с другим цветом. Хм. Так, а это у нас что? Босс? Зомби-дед будет потом. Ёлки-палки, зомби... Ух ты, а вот это новое. Вот таких я не помню, ребята. Это какие-то кактусы. Ха. Это осьминоги, это я помню. Они бросают чернила. На этом острове вы откроете новые карты. Оу. Слушай, шикарно. Блин, ну эти деды-зомби. У них, знаете, в чем, ребята, проблема? Если ты их убиваешь и игра не заканчивается, он, по-моему, через два хода заново встает. Вот такая у него фишка будет. Ладно. Это все потом, ребята. А у нас с вами 17-22. Смертельный номер. В бой. Так, эликсиры злого Санта дают его друзьям большие преимущества. Да, это я знаю. Почему мне нету, не дают каких-нибудь помощников, напарников, да? Было бы прикольно бы. Так, давай попробуем морковку. Эй, ну ладно, в принципе. Заморозим сейчас этого чудика с тобой. Бумс, и добьем. А добить можно пестицидами. Так, иди сюда, родной, ты думал, я от тебя... Эх ты, две карты заморозил мне. А этот хил готовит. Ребята, он хил готовит. Не успел, а кто не успел, тот опоздал. Потому что я его расписал. А ты можешь лечиться сколько хочешь, я все равно сейчас тебя покрошу. Сделаем с тобой заморозочку. Подождем, ребята, время. Не будем спешить, копим энергию с тобой, да? А теперь бомбим. Вот так вот. Тролль. Ну на, получи боеголовку. Блин. Ну на самом деле мне хотелось бы, чтобы у нас была корабельная пушка в руках. А, он вернулся ко мне. Мы его сейчас заморозим. А этот-то гаврик, смотри, стоит и радуется. Ждет, не дождется, когда по мне нанесет урон. И он нанесет его. Так, добьем с тобой тролля. И будем уже спокойненько разбираться вот с этим ханыгой. Так, этому на закусочку мы дали. И распил дров на зиму. Так, переходим с собой на третью волну. Так, получить. Да не надо мне пока ничего получать. Убери отсюда свою вот эту гадость. Отлично. Так, давай, наверное, еще бомбанем ракетой, а потом уже добьем из корабельной пушки. Вот так вот будет отлично. С этим гавриком мы будем как делать? Ну, естественно, стрелять. Если успеем. Успеем. Но убить вряд ли. Да, вряд ли у нас получилось. Так, гриб. Прикинь, все здоровье восстановил. Вот мухомор, а. Ну-ка, давай так вот сделаем. Бесполезняк какой-то. Тогда добиваем ракетой. Что-то не туда немножко ракета, конечно, прилетела. Давай, наверное, его подтянем сюда. Еще урон получили. И опять пом... Что ты творишь, а? На. Выкусил.
Да, здоровится, конечно, у нас маловато, если честно. Здоровится маловато. Ладно, будем как-то терпеть. Получить. Получить. Ну, с чего начнем? Наверное, с ракеты. Да, если бы она еще туда бомбила. Твою же маковку, а. Не то, не то. Блин, вот она. Да что ты в разнобой-то бомбишь? Бей так по одному. Нет, он начинает мне рассусольку здесь гнать. Ну что ты прикажешь? Вот что? Ну давай вот так. Понятно. Еще раз понятно. Добить-то. Куда ты? Не то совсем делаю. Сейчас я за это поплачусь, ребят. Совсем не то. Убийцу надо бомбить стрелой. Я его пилю. Совсем неправильно все сделал. Совсем. Так, что ты там получил? Блин, я... Ох ты. Я только на нее рассчитывал, ребят. Только рассчитывал. Ну, добить-то его добьем хотя бы. А, даже так. А это даже лучше. Нет, это не лучше. Все равно он свой удар, да? Свои 5 копеек все-таки воткнул. Ладно, распиливаем. А представляешь, если бы я не подлечился, чтобы со мной было... С чего начнем? Ну, с заморозки, я думаю. Пока это самый оптимал. И чего дальше? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Угу. Распил. Пестицидами добьем. Как раз у нас... А вот так вот я сделаю. Блин, зря. Зря я так сделал. Я же все равно урон не нанесу. Но смогу его, наверное, добить. Добить. Не вышло. Хотя отравление его 100% бы убило. Кстати, отравление, я заметил, там довольно долго держится. А эта волна у нас последняя, да? Нет, это не последняя у нас с тобой волна. Давай боеголовку снежную запустим. Ах, как она бомбит под бонусом. Просто загляденье. Вот теперь последняя волна. Так, я думаю, мы справимся здесь. Не надо нам ничего. Ой, что ты... Я же не могу его сдвинуть, да? Я не могу его сдвинуть. Ладно, пускай он там, по крайней мере, получает урон от отравления. Так, боеголовка. Блин, да вот они, пестициды, я их ждал. Так, снимаем защиту. Сейчас, ребята, главное, чтобы этот... А он хильнет, а он отхилит. Причем всех. Так, этого Гаврюшу как нам забомбить лучше? Через снегобума, да? И то не добили. Ну хорош уже, расписывать-то тут. Друзья мои, у нас очень мало с вами здоровья. Еще чуть-чуть, и меня здесь накажут. Сурово. Придется юзать аптечку. Последнюю причем. Вот, начались атаки. Так, этот опять собирается хилять. А этот собирается окапываться, да? Ну-ка. Ай, не хватило урона. Давай ракету. Блин, окопался, а. Ну, хотя бы минус этот, хмыреныш. Да, я немножко, конечно, на другой рассчитывал. Что? А так? Да, аптечки потратили с тобой. Просто... Легко. Долго они не задержались у нас. Ну что, будем смотреть на удвоение, да, наших наград. Сейчас должно хватить нам на какое-нибудь улучшение. Пробирок мы с тобой набрали дофига. Дай-ка я в этом лично убедиться хочу. Угу. Можем улучшить нашу пушку вот эту вот для убийц. 11 уровень. Ну что, ребята, поехали. У нас с тобой еще один противник, и потом уже будет босс. А босс нам даст грозовую тучу. А, не хватает энергии. Так это проблема, это не проблема для нас. Мы с вами потратим 30 гемов. У нас, слава богу, гемов хватает. Вот так вот. И вперед. Кстати, что-то новенькое. Это что у нас такое? Спутник какой-то. Скорее всего, спутник. Никак не метеорит, верно? А, призрачный клоун. Призрачный клоун. Такое загадочное название, а? Ладно, давай. Начинает с тролля.
Начинает с тролля, начинает меня тут троллить, да? Окей, и добиваем его, конечно же, корабельной пушкой. Так, иди сюда, клоун. Как раз золотой орел по тебе просто плачет. Плачет. Просто на ура снесли, да? А что ты, родной, хочешь подхилиться, да? О, тетя, какой ты наивный гриб-подосиновик. На! Двигаемся дальше. Так, заморозка. Мне нужны пестициды, вот они. Так, ну что, бомбим, сдвигаем его и будем уже потихоньку разбираться вот с этим вот шмакодявкой. Как только, чем? Нечем. Ну, хотя бы того уничтожили. Вот он, золотой орел. Ну, я успел. А чё урон-то такой некритовый, нифига, был урон, эй. Так, слушай, хорош парень. Блин, он успеет пузырь поставить. Успеет, на кого? На себя? На себя. Это зря. Кого убьем, этого или этого? Никого. Не хватило, да? Ладно, добиваем. Иди сюда, ханурик. Ать, в ответку, да? Ну, по крайней мере, сейчас он ничего не сделает. Никакого урона нам не нанесет. Так, получить. Ну, тут надо получать, потому что тут будет у нас... Хотя не будет ничего у нас тут. Все будет у нас в шоколаде. Давай, опа, еще на отравление попал, чувак. Хе-хей. Плюс снегобум. И плюс, наверное, ракетка. Пока, грифончик. Так, дедушка, здорово. Ну, я понял, понял тебя. Да что ж такое, я вроде пушку прокачиваю. Оно урона не наносит, которого мне нужно. Вот корабелка, да, зашибись бомбит. Но прокачивается очень тяжело. Согласись. Комбо. Ледяной удар, отлично. И давай вот так вот, морковочка его добьем. Опять ты, да? Пестициды, конечно, пестициды в первую очередь. А что теперь? Теперь, наверное, попробуем. Ну ладно, хотя бы того убийцу. Расстреляем его. Он отдуплится в любом случае. От отравления. Ракеты. Давай вон в того. Отлично, шикарно. Чего ты не погибаешь-то, эй? Ты же должен. Блин, от каждого получил. Прикинь, от каждого. Слушай, ну мне не нравится. Долго же он, конечно, погибал. Тот чувак от отравления. Очень долго. Морковка. Скажи, зачем мне морковка здесь? Я, если честно, не знаю, но бомбить надо. Да кого ты, блин, я вот этого хотел. Смотри, что у нас получается. Очень все печально. По здоровью так вообще беда. А это у нас... Блин, а еще ведь босс будет. Ну что, начнем, как обычно. Так. Дальше. Вот так. Еще снегобум. Теперь попробуем зарядить все это дело из лука. Нет, вот так сделаем. Ать, не допилякали, да, получается? А если вот он отошел от заморозки? Ну, в кого полетит снаряд? Спасибо, хоть так. Пушка. Эй-эй-эй, не надо. Пушка, ты готова? Блин, придется пилить. Yeah. Не зря использовал пилу. Не-не-не, парень, ты постой пока. Уже разогнался, я смотрю, там. На ударчик. Бумс. Ой, он выжил. Так, а морковка? Эти, вот и надо было ему все-таки ударить. А в конце, вот надо было. Время настоящего веселья. Все обожают клоунов. Да как сказать. Все обожают клоунов, конечно. Но здоровье у него 10 тысяч. Совсем-совсем не кислый парень. Ну-ка, кого полетит? И это правильно. И это правильно. Так, его бы сюда морковочки бы еще... Во! Нормуль, гриб. Не надо, не надо шухерить. Смотри, смотри, что происходит, а. Итак, и сяк, и сикось-накось. Так, он отравлен, он замороженный. Сейчас я его попробую из пушки, ребята, шваркнуть. Блин, он еще живой, а. Давай вот так. Блин, ну хорош.
Попробую еще. Не того. Не того мы вытянули с тобой. Не тогошеньки. Давай вот так вот попробуем, ребят. Это что такое было сейчас? Вот, объясни мне, это что за урон детский? Друзья мои, на самом деле уже не смешно. Уже не смешно, потому что, блин, ну ты сам видишь, что происходит. Сейчас, если этот халабуда меня ударит, а он 100% попытается. Если мы, конечно, его из пушки не накажем. Нет, такого быть просто не может. Ё-моё, так, нам нужно его вытягивать сюда. И здесь с ним разбираться, потому что иначе, ребята, он ответку мне влепит. И мы с тобой сдуемся. Повезло. Так. Оу! Нет, нам не повезло, ребят. В бой. В бой, продолжаем. Да. Я из корабелки в него выстрелил, поставил его на задний фон. Там он одуплился и, соответственно, мне контрудар сделал. Так, ребята, новая карта. Что за карта, интересно, а? Ну что же, получаем и читаем с вами. Что это за спутник такой? Ай-яй-яй, совсем немножко остается и будет у нас уровень. А вот и босс очередной. Но вначале я хочу все-таки читкануть. Где? Вот. Метеор. Все-таки это метеор, да? Общий урон 230 плюс 23. Так, цель случайная. Угу. Если цель заморожена, дополнительно наносит 100% урона остальным целям. Опять же, все идет на заморозку. Как бы это хорошо, да? Ребята, если у нас с тобой коллекция, как говорится, карточек именно идет на заморозку. Ничего себе, прокачка. 12 уровень. Слушай, а вместо чего поставить ее? Вместо арбалета, может быть, скорее всего, да? Нам надо поставить. Вот так вот. Хорошо прокачалось, кстати, да? До 13 уровня. Мне нравится. Аптечку. Так, в магазине за гемы я могу купить или нет? Я могу за гемы купить аптечку? Я могу открыть сундуки. Угу. Это у нас чисто ресурсы. Это чисто эти. Так, это энергия. А получается, не могу, да, ребята, я купить? Жаль. Только за валюту. Ну что, нам с вами предстоит подраться с грифоном. Это же грифон, судя по всему. Поехали. Страж тьмы, босс, уровень 24. 24, а я какого? А я 13 уровня. Так, нам нужно с тобой энергии приобрести. И погнали, друзья мои, в бой. Так, защита от фиолетовых карт и полная защита от яда. Я думаю, ты знаешь, что делать. Гори, темный рыцарь, гори. Иммунитет. Нельзя заморозить, нельзя шокировать, нельзя отравить. Поздно уже, да? Поздно. Я взял колоду на заморозку. Блин. Оу. Да, вот он. Новый монстр. Страж тьмы. Что у него там за способности? Отравляет игрока при нанесении урона. Призывает помощников. Еще лучше. Уменьшает эффективность от действия фиолетовых карт. Твою ж налево. И я не потерплю грязных животных в моем темном царстве. А он говорит про меня, знаешь почему? Потому что я играю за медведя. Так, ну что, давай проверим. Что-то вообще как-то не айс, если честно. Так. Он, ребята, что-то хочет применить. Он хочет какую-то пробирку в себе, что ли, бросить. Что он там делает? Понял, не дурак. Он меня еще и траванул. И я потихоньку-потихоньку начинаю получать урон. Так, давай проверим. Че себе? Эй! Да ну, друзья мои, вы что, серьезно что ли? Ты посмотри, сколько он мне урона. Оно... А это вообще реально его тут подбить? Я что-то как сомневаюсь почему-то, ребят. У меня уже осталось здоровье, шиш да не шиша. Да что за дурацкий метеор? Нет, ребят, не будем мы его брать в следующий раз.
Он того не стоит. Так, иди сюда. Страж тьмы. Так. В бой я не закончил. Надя, блин, я его откинул. Ладно, фиг с ним, ребят. Так, это у нас... это у нас довольно сильный противник. С метеором, конечно, мы с вами немножечко лопухнулись, будем честны. Ну, я не знал, что он из себя представляет, поэтому как бы протестил. А он все за свое. Давай траванем его, наверное, сейчас. Маленечко, чуть-чуть. Плюс снегобум. А, его заморозить же нельзя, господи. Так, остается... вызывает подмогу. Он сейчас подмогу вызовет. Или не успел? Не успел. Фу. Твою ж налево-то, а. Какой жесткий. Так, ребята, он 22 уровня, а я 13 уровня. Есть разница? Ну что, друзья мои, прошли мы с вами босса. Новый уровень получаем. И это у нас 14-й. Шикарно. Так, здоровье у нас улучшилось. Получаем 5 гемов. Так, скоро пойдут дедушки-зомби. Да, с ним придется немножко повозюкаться. Так, ну что, наверное, надо глянуть, что мы с тобой получили. Вот она, новая карта. Шокирует цель на 8 секунд и отменяет ее способность. И если цель заморожена, дополнительно наносит 100% урона остальным целям. Слушай, ну неплохо, напоминает мне чем-то наших дронов, да? Какой максимальный уровень мы получим? Давай-ка посмотрим. Угу. 7-й. Давай мы поменяем ее вот только на что? Блин, морковка. Морковка нужна, может быть, вместо пилы. Но пила тоже как бы нужна. Да, слушай, вот так мы сделаем. Потому что, ребят, мне не понравился этот метеор на самом деле. Как-то не особо хорош он. 721, это общий урон идет. Но у нас также есть вот шокодрон. Кстати, шокирует цель тоже, ребята, смотрите. Работает на заморозке, да? То есть туча и шокодрон, они похожи. Только туча у нас 7 уровня с тобой. Ну что же. Будем, наверное, ребят, с вами продолжать. Можем, кстати, улучшить снегобума. Я думаю, что это надо сделать, потому что мы часто им пользуемся. Так, можем морковку прокачать. Ага. Так, смотри-ка, пошло-пошло дело. 12 уровня морковка стала. И остается у нас... ну, пестицид. Вот мне бы, конечно, корабельную бы, ребята, пушку прокачать. Вот это была бы имба. Серьезно тебе говорю. А сейчас она почему-то, ну, второй уровень, она уже сдает позиции. Не такой дамаг, как был изначально у нас с тобой. Согласись. Так. Да, впереди еще очень-очень много всяких разновидностей карт. И ты представляешь, их тоже нужно будет прокачивать. Да-да, их тоже нужно будет прокачивать. Так, ну что, мы, наверное, с тобой остановимся здесь. Дальше не пойдем, это уже будет в следующей серии. Будем проходить зомбарей и так далее. А вот чемпионскую арену мы, наверное, с тобой сыграем сейчас. Так, ну что, приступим. Я уже забыл, что тут, правда, делается. По-моему, мы должны пройти с тобой 6 волн. Ага, грифа. Ну что, попробуем тучу. Отлично, ребята. Сбивает каст. Я уже это заметил. Ну, а ракета куда полетит? Нормуль. Так, грифу остается только лишь добить. Хотя вот так вот можно тоже сделать. Ну, давай. Так, отлично, ребята. Он урона нам не наносит, потому что он погибает на переднем плане. А теперь разберемся с грифоном. Давай так сделаем. Собьем каст или нет? Сбили, отлично. Так, ну что, теперь давай, наверное, добьем. Твою ж налево. Я только хотел его, ребят, заморозить, но лишь не получилось. Ладно, минус грифа. И распилякаем сосунка этого слизня. Неплохо, вторая волна у нас. Так, пестицидики, конечно же. Так, тучка грозовая. Ну, урон она наносит, конечно, не очень большой, эта туча, но она может сбить касты, это круто. Так, давай. Бомбим. Так, сорняк, что тебе вот здесь надо, а? Вот скажи мне на милость. Ё-моё, это муха еще цокотуха там плешивая бомбит. Так, минус сорняк, иди сюда, родной. Я с тобой еще не закончил поединок. Ой, не туда немножко, блин, бомбануло. Совсем не туда. Сбейте каст. Твою ж налево, мухи не сбился каст, ребята. И она опять по мне бьет.
Слушай, надо восстанавливать здоровье нам. Нам надо с тобой восстанавливать здоровье. Да чтоб тебе. Выкуси, паразит. Ну что, надо с ним завязывать. С этим охламоном. Ну что, будем, наверное, смотреть с тобой рекламку, если хотим жить. Если хотим с тобой дальше продолжать нашу эпопею. Ну, давай попробуем заморозить. Вот так вот. Теперь тучу. А что теперь-то? Корабельная пушка? Давай сделаем. Так, теперь ракета пошла. Отлично, хорошо, что именно в него. Это сейчас, блин, звезданет по мне. Так, уничтожили. А этот ударит. А этот хиляет. Чуть-чуть, да, не хватило? Ладно, сделаем вот так вот с тобой. Будем надеяться, что туча собьет ему каст. Сбила. Шикарно. Ну и добиваем его. Вот так вот. Следующая, четвертая волна. Пока не надо. Так, именно в Гринче, да, звезданули? Так, пилякаем. Снегобума, да, будем применять, наверное, да? Я думаю, оптимально, чтобы заморозить его. После этого вытянем Гринча сюда. Выпустим ракету. Окей. Гринча, наверное, отсказели. Да иди ты. Ускорил скелета. Сейчас скелет будет тут бушевать, если честно. А он еще и критовик. Да, ребята, он критовик. То есть это убийца. Против него, конечно, надо было не пилу применять, а пистолет, пекаль наш. Да ты достал. Так, минус сорняк. Ну, с этим будет проще. Мы его заморозим. А, все, он одуплился. Ну, давай, наверное, так начнем. Плохое начало. Плохое начало дня. Так, тут два убийцы получается, да? Два убийцы плюс помощничек. Помощничка мы с тобой попилим маленько. Разрушение. Хотелось бы его заморозить, если честно, еще. Уничтожили, окей. Так, пошло-поехало, да? Так, я сделаю вот так вот. И попробуем ракету. Блин, жалко, ракета вот не замораживает. Тут не хватает заморозки, ребята, просто-напросто. Минус, шитик. Этот ударит сейчас. Больно бьет. Тут не поспоришь. Уничтожим? Нифига, корабелка уже, ребята, ну, пасует, если честно. Пасует. Так, ждем, ждем, ребята, сейчас с вами удара. А я вот так вот применяю. Да нет, быть такого не может. Фух, повезло. Ну и последний ханорик у нас. Так, что сделаем? Наверное, заморозку. Это у нас убийца, он должен... Да, против боссов как-то вот наши пуколки не очень хорошо срабатывают. Сбили, да, кастовочку. Так, этот пока замороженный, давай бомбанем, наверное. Оу, круто, круто получил урон. И пора его уничтожать. Этого электрика. Так, ну что, гоблин, хорош тут уже прыгать, танцевать. Этот пробирку бросать собирается, да? Я понял тебя. Но вряд ли он воспользуется твоим ускорением, Гринч. Вряд ли. Или успеет все-таки воспользоваться, а? Все зависит от того, как успеем мы пушку с собой перезарядить. Успел. Нормуль. Ну что, дядя Гринч? Ударить меня хочет, ударить меня хочет. Вижу, как у него ручки там чешутся. Посох свой теребит. Все. Друзья мои, идеально прошли. Получаем сундук. И остается только лишь... Остается только лишь удвоить награду. Угу. Получить. Так, смотрим, ребята. Последний аргумент. Дальше у нас леденящий лук. Осколочная граната. Пестициды.
Напалм. Окей. Корабельная. Вот корабелка мне нужна. Шакадрон. И все. Удвоить. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что этого достаточно, да? И, наверное, будем сегодня закругляться. Сейчас посмотрим, что у нас. Ага, у нас впереди. Так, а что это такое тут? Забрать. Ага, корону забрали. Нас впереди ждут веселые времена, ребята. Во-первых, дед зомби появится, да? Плюс тут новое оружие мы с тобой откроем. Угу. Так, тут совушка и яд мы с тобой откроем. Я думаю, что мы, наверное, пройдем дедов, пройдем кактусы и очередной босс. Вот здесь-то мы как раз получим динамит. Это хорошая штука. А там у нас все пока закрыто. Так, здесь прокачки. Прокачка есть, ребята. Есть прокачка. Улучшаем. Оу-оу-оу, тучка. Спасибо тебе большое. До 12 уровня прокачали тучу мы с тобой. Так, пилу. Ой, смачно как, смотри-ка. Пилу мы с тобой прокачали до 13 уровня. И пестициды до 14 уровня. Я считаю, что это круто. Так, а теперь я хотел, знаешь, что сделать? У меня кролик здесь сидит. Я ведь могу его отправить, да? Пока мы с тобой будем отдыхать, чтобы он шел за наградами. Все, ребятушки, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.